Утечку соляной кислоты устранили в Акмолинской области. Разлилась она на железнодорожные пути рядом со станцией Сарыуба. Произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава. На месте развернули областной и районный штаб. Были привлечены спасатели. Они ликвидировали течь и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава. В департаменте ПЧС заверяют, что на данный момент опасности жизни и здоровью людей нет. Ситуация находится под контролем ведомства.